Поговорим. О чем? Знаете, для меня всегда была одна из самых больших ценностей в жизни – искренность. Человек искренний – это величайший клад, чудо. Знаете, причем неважно, в чем искренность, искренняя ненависть, искреннее еще что-нибудь такое интересное. Вот есть люди искренние во всем, во лжи, вот, в ненависти, в жадности. А есть, и там не помещается уже почему-то искренняя доброта, когда мы искренне алчны. Одна сторона медали полностью затеняет другую. Когда мы искренне оттуда, то мы уже не помещаем себе вот это. Понимаете? Когда мы искренне живем в любви и на человеческом уровне, который от нас никуда не девается, мы сложно переносим кого-то. Мы все равно не сможем на финише общаться вне любви с этим человеком. Искренность – это невозможно делать по-другому. Человек за грудой слов, порой умных, порой сладких, не может скрыть свои искренние устремления. Сердце чувствует фальшь. Глаза не лгут. Всегда смотрите в глаза. Даже отмороженный фейс, но глаза. Улыбка. Я всегда напрягают люди с излишним количеством сладких слов. Я подозреваю их во лжи. Это, как правило, оправдано. Но человек либо умственно отсталый, либо врет. Но не могут все быть лапочками и ласточками. Невозможно одинаково на человеческом уровне воспринимать всех. А как водится, до безусловной любви очень далеко. Поэтому мы возвращаемся к простому вопросу: как легко жить в правде? Как легко жить в правде? ЛПшные технологии не действуют на расширенное сознание. Вы об этом знали? Теперь вы об этом знаете. И никакие спецслужбы не обработают. Да, есть мастера высочайшего класса, воспитанные спецслужбами, которые... И причем очень, на самом деле, две огромных разных существуют ЛПшные школы. ЦРУ и КГБ. Они даже не по территориальному принципу делятся, а по принципу спецслужб. Вот. Одна ломает, вторая внедряется. Но и здесь они спотыкаются о хорошее расширенное сознание. Поэтому бдите за чистотой своей башки, своих мыслей, своей осознанностью. Работайте над повышением вибраций. И никакой лжец вам не Вася и не Петя, не Маша и не Груня. Вот. Никто вас не обманет и не будет вами манипулировать. А желающих громадье. На самом деле все полузаконные вещи
основаны на провокациях. Так рептилоиды навесили на нас огромное количество кармы, на нас, на человеков. Внеземной разум на нас сбросил огромные массивы. А мы как лохи. Вот, и продолжается вся эта история. Вот, и на самом деле мы нахватываемся чужих историй. На нас сбрасывают, сбрасывают, сбрасывают. Некоторые осознанно ищут, на кого сбросить, что. Очень удобно. Ты живешь, мусор не ты выносишь, а соседи по лестничной площадке. Не ты мусор выносишь, а соседи по лестничной площадке. Правда, удобно. Эй, Петечка из 28-й квартиры. У меня там ведро гниет. Вынеси, пожалуйста. Вот, поэтому, дорогие народ, и сейчас очень много всяких этих, как это называется, муха-повторюха, да, тоже все это. Когда в том, что ты копируешь, нет осознанности, понимания и приятия, ты обязательно сделаешь фальшивый продукт. Это будет китайская подделка, которая нифига не работает и не соответствует заявленному качеству. Живите в правде. Поймите одну простую вещь. В этом мире всего хватает всем. Достаток – основа нашего мироздания. Достаток. Всего хватает всем. И добра, и зла. Выбирай. Но всего этого вокруг, в избытке, нет необходимости ни у кого ничего отвоевывать, завоевывать, забирать. Все есть твое. Бери лишь принадлежащее тебе по праву. Но если это твое, оно не может принадлежать кому-либо другому уже. Твоя пара где-то вот. В соседнем дворе, может быть, в соседнем офисе. И нет необходимости смотреть на чужого мужа или чужую жену с вожделением. Твое лучшее для тебя. Оп! Где-то находится рядом. Твои финансы достаточные тебе на все твои хотелки, ты имеешь возможность получить вполне законным способом и по-человеческим, и по законам природы. А здоровье, которое ты уничтожил, до точки невозврата можно восстановить. И когда ты от всей души желаешь всем счастья, оно тебе возвращается. Оно тебе возвращается. Я желаю всем любви, достатка, здоровья. Будьте счастливы.